Патриотическое воспитание детей – важная часть учебного процесса в тверских образовательных учреждениях. В школе номер 4 прошел урок мужества, который провели военнослужащие Мигаловского военно-транспортного авиационного полка. Тверская школа номер 4 известна своими кадетскими классами. Здесь их 7. Профильное обучение проходит более 200 учеников с 5 по 11 класс. В нашей школе большое место занимает военно-патриотическая работа. Необходимо ребятам объяснять, что такое военная служба, что такое Родина в самом большом понимании смысла, что такое честь. Военнослужащие 196-го военно-транспортного авиационного полка взяли шефство над летным кадетским классом. Проводят уроки мужества, приглашают ребят на базу воинской части. В рамках курса начальной военной подготовки организуют для детей занятия и посвящают их в тонкости военного дела. Очередная встреча офицеров, полка и школьников была посвящена специальной военной операции на Украине. В ближайших планах еще прийти, рассказать о подвигах наших офицеров, солдатов, сержантов, прапорщиках на специальной военной операции уже где-то через неделю, либо в этом месяце. Похожие занятия с кадетскими классами своей специальности здесь проводят не только летчики, но и моряки, а также представители МЧС. Накануне в новом учебном году в 4-й школе был открыт еще один кадетский класс по направлению пожарно-спасательное дело.